Bugatti Veyron 16.4 олицетворяет один из наиболее значимых этапов в автомобилестроении 21 века. Были заданы высокие технические требования. Предельная скорость выше 400 км в час, мощность выше 1000 лошадиных сил. 8-литровый двигатель V16 с 4 турбонагнетателями в сочетании с полным приводом гарантирует сумасшедшее ускорение. Автомобиль разгоняется до 96 км в час всего за 2,5 секунды. Но самое поразительное — способность огромных керамических тормозных дисков остановить машину за 2,3 секунды. Единственное, что удерживает автомобиль на земле на высоких скоростях — гениальная аэродинамика. Автомобиль в буквальном смысле меняет форму, когда набирает предельную скорость. Центральный перехватчик 1. У нас для вас особо опасное задание. Перехватчик 212 решил сыграть свою игру. Нам необходимо остановить его и захватить. Вам предоставляется любая поддержка во время этой операции. Желаю удачи. Использовал ленту с шипами.
Мейсон, вызываю всех. Оружие отключено. Придется полагаться на свои силы, пока все не починят. Всем постам, приборы зафиксировали резкое ускорение нарушителя. Будьте начеку. Рядом с вами обнаружена площадка. Соблюдайте крайнюю осторожность. Подтверждаю, заграждение будет прямо перед вами. Заграждение, код 1050, всем машинам сюда. Нарушитель задержан, погоня завершена. Гонконгский дилер Пагани смог сделать своим покупателям уникальное предложение – машины Zonda R, разрешенные к эксплуатации на дорогах общего пользования. Всего было построено 5 автомобилей по цене почти 2 миллиона долларов каждый, отсюда и название Cinque. Разумеется, Zonda Cinque в первую очередь ориентирована на мощь и скорость, поэтому обладает очень низким клиренсом. Только благодаря использованию экзотических материалов, таких как титан и алюминиево-магниевый сплав, рама, подвеска и колеса Cinque позволяют проявлять гоночные качества на неровной поверхности дорог общего пользования. Самая быстрая Lamborghini за всю историю. С названием «Супер Велочи» и ценником в 450 тысяч долларов мы вправе ожидать от Мурчелаго LP674 SV очень многого. И Lamborghini нас не разочарует. Эта машина — полное совершенство. Доработанный распредвал и обновленная система впрыска увеличили мощность V-образного двигателя объемом 6,5 литров до 670 лошадиных сил. От монструозного заднего антикрыла, нависающего над двигателем, через прозрачные шестиугольные поликарбонатные плиты и до увеличенного переднего сплиттера и заднего диффузора, направляющих воздушный поток вокруг и под днище машины, во всем безошибочно читается та самая гоночная частота, которую воплощает Супер Велоче.
подразделениям. У нас чрезвычайная ситуация в Cascade Terrace. Ушла в туннель. Объект получил последнее предупреждение. Оружейные системы вышли из строя. Полагайтесь на себя. Следите за дорогой. Гонщики использовали шипы. Готово. Пойду закончу с ними. Вас понял. 1073. Разрешен. Дорога перекрыта по пути вашего движения. Полоса с шипами развернута. Полоса с шипами развернута по ходу движения. Нарушитель объехал полосу с шипами. Нарушитель объехал полосу с шипами. Нарушитель прошел заграждение. Повторяю, нарушитель прошел заграждение. Hey.